Мирослав, расскажи, пожалуйста, о матче. Тебе все-таки с позиции вратаря все поле видно. Что не получилось, наверное, в первую очередь? Ну, в первом тайме в начале что-то боялись чего-то непонятного. Больше выбивали, не пытались контролировать игру. Ну, «Спартак», как всегда, играл хорошо. В принципе, каждая игра тяжелая с ними. Ну, их фирменный контроль мяча был лучше, чем наш. Поэтому в каких-то моментах терялись, пожарили. Не знаю, как это объяснить. Вроде бы все ровесники у ребят. Я не думаю, что должна быть какая-то боязнь игры. Будем разбираться дальше. Но в перерыве подсказ на что был акцентирован? Больше на компактность, потому что у «Спартака» были более такие разрезающие пасы между линиями. И ребята не успевали перекрывать. Ну, этого не хватало как раз-таки. Во втором тайме ты несколько классных действительно сейвов сделал. Для тебя это останется в памяти о матче? Ну, конечно, всегда приятно сейвы делать. Но главное выигрывать. Поэтому ну, проиграли, уже никто не вспомнит, что там вратарь делал. Два пропустил, поэтому причем тут мои сейвы остальные. Поражение от «Спартака», оно более обидное, чем любое другое поражение? Для меня лично со «Спартаком» самая принципиальная игра. Потому что сколько мы играли, там пару раз только выигрывали. То есть для меня это как дерби в чемпионате, ну, в молодежном. «Спартак» — это «Спартак». Это громче, чем ЦСКА, там, «Зенит» в какой-то степени. Я думаю, сейчас переживать не надо. Это как бы не премьер-лига, это молодежное первенство. Тут все растут, развиваются. Тут на первом месте, я думаю, не результат. Ну, результат, конечно, тоже важен. Но я думаю, здесь главное прибавлять, чтобы перейти на следующую ступень в футболе, в своей карьере. Поэтому желаю всем удачи и работы.